Честно говоря, мне кажется, что мы живем во время, в котором нет национальной идеи. Ну, то есть, возможно, это православие, но, учитывая какие-то последние события, его, наверное, авторитет, если так можно сказать, пошатнулся. И вот такой вот единой национальной идеи, которая бы объединяла всех людей, мне кажется, пока нет. Есть какой-то, конечно, патриотизм, но в очень... Ну, в большинстве случаев он такой, знаете, к сожалению, псевдопатриотизм, и многие люди просто смотрят телевизор, и они такие зомбированные вот этой информацией, которая их кормит, и не понимают, что за этим там скрывается что-то другое, и не интересуются глубинно сутью вопроса, поэтому мне кажется, что это такая, знаете, немножко лжеистория. А вот такой вот объединяющей одной идеи, наверное, к сожалению, нет пока.